Эту картину я написал очень быстро, на одном дыхании. Хотелось вытащить из себя все накопленные эмоции и оставить их на холсте. Но комментарии к видео я записываю, наверное, дольше, чем я писал картину. И попыток сделал уже очень много. Крайне сложно подобрать слова, потому как, что бы я ни сказал, неизбежно начнется поток комментариев, кто за, кто против, и различные словесные перепалки. Картину, которую я так беспощадно замазал, нарисовала моя дочь, и в этом я вижу некий смысл, когда на смену такому легкому, наивному детскому творчеству приходит такое. Надеюсь, этот портрет говорит гораздо больше, чем я могу сказать словами. Всем добра и мира.